Дорогие друзья, дамы и господа, привет! С вами Виктор, и это канал Витёк Плей. А мы продолжаем наши программерские испытания. Делаем игры, зарабатываем деньги, воюем на рынке с Ubisoft, Microsoft и прочими Blizzard'ами. Так, анализ рынка у нас тут какой-то пришел. Похоже, рынок снова нормализовал. А, ну это какая-то там фигня закончилась. Я тут подумал и увидел, что оказывается, последний раз я стримил еще в наушниках эту игру. Довольно-таки длительные у меня перерывы между сериями. Ну и да ладно, как говорится. Кто любит, тот дождется и посмотрит. А что у нас тут есть? Исследование, тренировка. Надо бы вспомнить, игровая история. Хроники Риддика я сделал, да, я помню, это я сделал по заказу местной телекомпании. 6,5 я получил за нее. 5,75, 5,975. Вот я 17 мгновений тогда классно сделал, конечно. Ну и эти игры тоже приносят денежки. Давайте посмотрим, что у нас там есть. В работе по контракту. Ой, нет, не то, извините. Издателя. Любая тематика казуальная. Ubisoft предлагает мне минимальный счет 5. Так, минимальный счет 5. А что хотят от меня? Любая тематика казуальная. Игру сделать. Казуальная игра. Это, наверное, все-таки на писяке надо делать, да? На PC. Казуальная игра на PC, скорее всего. Жанр любой. Так, ладно, подумаем. Закон. Это что это такое? А, на любой платформе он мне предлагает минимальный счет 7. Ой, боюсь, не справлюсь. А правительство, любой жанр. Минимальный счет 6. Кино казуальное. Так, я подумал, мне надо нанять еще одного сотрудника. А где это сделать? Список сотрудников. Витёк. Эрик Шмидт. Так, мне нужен дизайнер. Мне нужен человек-дизайнер. Так, и как... А, вот, нанять. Нанять. Что мне нужно? У меня есть приличный бюджет. Давайте 150 тысяч объявим. Префильтр кандидатов. Я вообще не понимаю, что это такое, если честно. Какие-то комплексные алгоритмы. Демо-версия, шоу-рил. Ну, давайте шоу-рил будет. Что такое шоу-рил, без понятия. Но мы посмотрим на это дело. Начать поиск. Тынц-тынц. 21 тысяча фанатов у нас есть. Через 2 месяца Вена Гир будет убрана с рынка. Ну и правильно. Говно приставка была. Опа-на! Отлично! 342 дизайна. Неплохая скорость, неплохое исследование. Оклад 21 тысяча в месяц. Так. Ой, какой-то голимый дизайнер появился. Это хотя бы второго уровня, смотрите, с какими показателями. Так, и еще. Но это более-менее средненький какой-то, да? Не, ну мне кажется, первый самый нормальный. Гляньте с ним, он 21 тысячу будет получать. Зато он делает как лось. Он с моим героем главным очень похож по крутости. Берем. Знаменитость. Нанять кого-то известного. Ребята, я кого-то известного нанял. Так, тренировка для новых сотрудников за десяточку. Да, давай, пусть он вливается в компанию. Вот, а мы с вами попробуем... Так, так, попробуем что? Где след? А, стоп. Игровая выставка, да, небольшой стенд. Надо в отпуск, ребята, отправить. О, предложение. Замечательно. Это очень специальное предложение нашим агентам. Недавно удалось позаимствовать некоторую информацию об исследованиях, которая могла бы быть интересна вам. Да, конечно, я хочу. Спасибо за ваше участие. Вы успешно исследовали спорт. Замечательно. Потратил бабки, получил спорт. Так, надо в отпуск отправить, ребят. Так, а у тебя что так? Почему я не могу его в отпуск отправить?
Нифига себе, я тут наисследовать могу. У меня очков-то нету. 2D графика, версия 3.0. Так хочется ее выучить, но у меня исследований не хватает. А как генерировать очки исследования, ребят? Напомните мне, пожалуйста. А если по контракту работать, за 3 недели можно, я думаю, успеть. Установка компьютеров. Так, миллион хроники Редика нам принесли. Так. Я обновил список наших клиентов, так что давайте. Так, все, понял. У меня новые клиенты появились. Так, успел. 15 тысяч всего лишь заработал. Ого-го-го-го, не, это я не осилю. И это тоже. И это не осилю. И это вряд ли, у меня все слабенькие. Так, а как? Как исследование делать? Тренировка. Так, но это я буду тратить исследование, а мне нужно. Так, выставка. Ну давай, давай, давай. Нифига себе, 60 тысяч человек пришло. Мы не попали в топ-100. Ну, конечно, у меня стенд-то маленький. Так, если честно, я нифига не понимаю, почему у него не выросла на максимум эта шкала. Хорошо, давайте найдем издателя. Видимо, там придется что-то искать. Что-то будем искать. Так, все еще можем сделать с вами любую тематику, казуальную игру на платформе какой-то непонятной. Ну давайте примем Мастер В. Принять контракт. Да, мы берем лицензию. Итак, это средняя игра, а казуальная тематика. Тематика. Казуальные игры. Ребят, про что бывает? Научная фантастика казуальная? Ну, вполне себе возможно. А что еще казуально у нас тут есть? Я думаю, все-таки научная фантастика и казуальщина это вполне себе совместимые вещи. Игровой движок, конечно же, мой, но он уже староват. Но он уже староват. Так, казуальная игра про научную фантастику. Вообще это на Faster Than Light похоже, но это больше инди-стратегия. Так, а что-то среднее должно быть. Казуально среднее. Так, ну давайте попробуем назвать это по-русски, во-первых. Это будет у нас называться космические. Кто у нас космический-то может быть? Космические пуканы. Во, нормальное название, мне кажется. 2D графика. Прикиньте, двухмерные космические пуканы. Ну это тут слово пукан, оно сразу придает казуальности любой игре. Ну давайте, работайте. Тоже работает, и чё? Так, что нам здесь надо больше? Так. А тут неизвестно даже, что нам нужно. Научная фантастика казуальная. Ну, казуальные игры, они должны геймплеем брать. И истории и квестами. Я не думаю, что казуальным играм прям сильно нужен движок. Они на то и казуальные. Вот, а геймплей и квесты это у нас дизайнеры должны разрабатывать, соответственно. За геймплей, а ты вот за это будешь ответственен. О, разделили на всех. Космические рейнджеры? Нет, космические пуканы, ребят.
Так, здесь все выбрано. Сейчас чувствую, сделаю игру за баснословные деньги, а по сути ничего интересного не будет. Ну, исследования поперли, прикиньте. Так, баги и прочее, прочее. Так, диалоги нам здесь не нужны. Искусственный интеллект и дизайн уровней. Так, а ты будешь дизайн делать? Искусственный интеллект. Искусственный интеллект это технология, наверное, все-таки, да? Ну, а ты будешь ответственен за ничто, как обычно. Поехали. Нас будет очень много дизайна и мало технологий в нашей игре, я так понимаю. Ажиотаж уже, кстати, создается вокруг нашей игры. Так. Звук, графика и дизайн мира. По-моему, все нужно будет нам. Эрик Шмидт, он какой-то лось вообще, если честно, мне кажется. Зачем я его нанял? Пусть отвечает за все подряд. Не уверен, что дизайн игрового. Ну, хотя дизайн мира, наверное, хорош. А вот для казуальной игры на графон можно подубрать чуть-чуть. Пусть будет так. Да. Поехали. Ой, сейчас пакость какую-то скрафчу. Ой, пакость скрафчу. Так. Правим баги. Дописываем дизайн. Дописываем баг. Убираем баг. Еще немного дизайна. О, нормально, то есть, смотри, добивает еще. О, технологию насыпало, прикиньте, как сильно. Популярно новые тематики. Все, завершаем. Итак, 35-21. Новое комбо какое-то я изобрел. Так, прокачался где-то. Ну, конечно же, выпускаем. Надеюсь, все-таки новое исследование мультиплеер. Ну, кстати, исследований у меня прилично набралось. А и до исследованиями займемся. Первые отзывы. Ну, смотрим. 8, 9, 9. Воу, космические пуканы девятку набрал. 8. Ну, ребят, это будет хорошая игра уже. 9. Отлично, очень приятная, выдающаяся игра и хорошая игра в конце. Воды графики улучшенной. Вот, а ты у нас сделаешь генерацию игрового отчета по космическим пуканам. Мультиплеер изобретем. Так, научная фантастика, казуальная, хорошо создает комбинацию. Хорошо, но не отлично. А история квесты кажется неважной для этого типа игры. А я, кстати, выставил прилично. Хорошо. Так, все еще является новой командой. А, новым человеком в команде, наверное. Ну и ладно, пусть является. Давайте посмотрим. Работы по контракту. Могу ли я что-нибудь тут запилить? За 6 недель 70 накидать. Ну, в принципе, у меня два мощных дизайнера. Могу ли я успеть за 6 недель? Давайте попробуем. 26 тысяч не такая же большая потеря. Пробуем. Давай, давай, дизайнеры. Поперли, поперли. О, они еще исследования делают. Давай, давай, подключайся. Подключайся, парень. Хотя ты дизайнер нулевый. Давай, ребята, давай, тридцатка осталась. Исследований накидали немерено.
Ну уже, успею или нет? Блин, чуть-чуть, блин, не успел, жесть. Там два оставалось, 26 тысяч, ну ладно. Какие еще есть по контракту, зато исследований нагенерировал тонну. Так, это не наш профиль, наш профиль дизайн сейчас. Наш профиль дизайн, либо что-то посерединке. 5, 24, 16, 29. Ничего не выполню. Ничего не выполню. Исследования. Можно еще графики добавить. Либо искусственный интеллект получше сделать. Давайте искусственный интеллект проапгрейдим. Ну и в принципе можно будет сразу приступать к следующей игре какой-нибудь. А то космические пуканы уже почти перестали продаваться. А что такое новые тематики? Я вот не понимаю, как это? Так, работа по контракту — это не то, что нам надо. Издателя найти. А словари, симуляторы, словари не... А, блин, у меня же исследования нет. Так, спорт, любой жанр. На... Ага, минимальный счет пятера. На Вини Оазис. Она разве продаваться не перестала? Или я с чем-то путаю? Так, любой жанр, любая тематика, любой жанр. Прикольно, смотрите. Любая тематика, любой жанр, на любой приставке. Делай, что хочу, называется. Лишь бы шестерку получил. И тут жизнь не исследована. Давайте вот возьмем вот этот контракт. Сделаем на любую тематику, вообще все что угодно. А среднюю игру, тематика. Давайте, мы тут недавно спорт открыли, да? Давайте сделаем спортивную игру. А, жанр... спортивная игра — это какой жанр? Клубничку создать? Но я пока еще не открыл. Так, уволь Шмидта и найми хорошего технолога, лучше двух технологов. Ну, это уже будет после того, как я сейчас сделаю игру тогда новую. Так, это что? Я затерялся. Спорт. Спорт... Спорт РПГ, спорт, симулятор спорта, наверное. Стратегия спортивная, казуальный спорт, экшен, наверное, симулятор все-таки. Спорт-симулятор — это самое оно. Ну, это типа там футбол, да, наверное, это спортивный симулятор считается все-таки. На какой платформе? Вот здесь вопрос. Спорт, в принципе, он интересен всем, даже детям. Можно на PlayStation впендюрить? На PlayStation, но симуляторы они не очень. Симуляторы, они легко на писюке идут. Симулятор на писюке хорошо. Хотя здесь сочетание жанров-то неизвестно. Не, ну я на 100% знаю, что как его, этот FIFA, она же выпускается на PlayStation. Pro Evolution Soccer, да. Должно нормально быть на PlayStation это симулятор, как вы считаете? Го PS-ку. Ну давай PS-ку сделаем. Хорошо, симулятор на PS-ке, движок у меня только один. Двухмерный симулятор спорта на PS-ке, ребят. Это будет шедевр, я уверен. Назовем его вот Pro Evolution Soccer. Pro... Он, правда, Evolution, но у меня будет Revolution. Revolution Soccer 2.5D. Вот так вот я ее назову, как хотите. Ребят, сейчас справится, я уверен. Геймплей нужен очень большой, симулятор. История квеста, наверное, не очень в симуляторе нужны. А вот движок... На движок Витёк пойдет у нас. А на геймплей... Вот этот вот лось. А это у нас будет, как обычно, по остаточному принципу. Окей. Может, новый движок? Да-да, обязательно сделаем и новый движок. Нехило я заработал денег-то, 1 800 000. Nintendo анонсировала новую консоль, TES-64. Знаем такую, слышали.
Она, по-моему, не очень распространенной была, насколько я помню. Пока ребята работают. Приночат неплохо, кстати. А, Антонио Симпсон. Неплохо, но могло бы быть и лучше. Голяк какой-то. О! О! Скорость маленькая. У них у всех скорость маленькая. Так, как-то им скорость надо будет тапать, ребят. 164. Блин, хоть заново поиск в воде. Ну ладно, возьмем Брендана Родригеса, наверное. У него чуть лучше с технологией, а скорость, я думаю, мы ему апнем. Так, Брендан сразу хочет в работу влиться. Молодец, молодец. Так, симулятор, диалоги в симуляторе. Искусственный интеллект, это хорошо, в футболе должен быть искусственный интеллект. А дизайн уровней в симуляторе должен быть. Ну ладно. Так, ну за дизайн у нас будешь отвечать ты, искусственный интеллект, ты. А ты, как обычно, за фигню, за самую. Так, парнишу тренировать будем для вступления в должность. Можно будет ему, кстати, скорость тренануть сразу. Так, небольшой стенд, да, хорошо. Тренировка. Так, что у нас скорость дает? Скорость, не повторяйте на себе. Оп, давай-ка. Так, дизайн мира не нужен. Графика и звук только нам нужны. Так, но звук это технология, насколько я понимаю, да? Может, Брендана отправим? Пусть... А графика это, видимо, дизайн считается, или это тоже технология? Давай, Витька. У меня показатели, по-моему, выскочили. Ну давайте, бомбите. 7, нормально, значит мы выполним. Мы выполним задание. Она, конечно, не такая крутая получилась, как предыдущая, но все-таки 7-6, так приятно, изворотливо, но хорошо. Симуляторы игры хорошо работают на Play System. О! Их внимание на звук подано в этой игре очень хорошо. Так, кто-то там звуковик был хороший, да? Так, сразу генерацию игрового отчета про Pro Evolution Soccer. Так, этот парень явно хочет в отпуск. Давай этого тоже в отпуск отправим. Этого еще нельзя в отпуск. Так, давайте потренируем ему еще скорости. Ты дорого мне обходишься, засранец. А этого надо было уволить прям в отпуске.
Так, игра отвечает, хорошо. Давай-ка мы его уволим нафиг. Да, пусть он нафиг валит отсюда. А, возьмем бюджета побольше, так, 1200. Возьмем демо-версию, я не знаю, что это такое. Начать поиск. Здесь найдем себе какого-то хорошего человечка. Спорт-симулятор отлично создает комбинацию. Дизайн мира, кажется, не важно. Платформа сочетается хорошо. Симулятор Play System. Ага. Это середнячки, видимо, да? Трех середнячков мне выдало. В принципе, хорошо. Один дизайнер, один технолог и два середнячка, собственно. Я и. Я что-то не вижу каких-то особо выдающихся задниц здесь. Скорость 168. Какие-то они более-менее все одинаковые. . 230, 169. Даже не знаю, кого взять. Пусть будет средненький. Так, давай тренинг по вниканию в работу. Который Витя делает, поиграть нельзя, пишет. Ну, Так, слишком жарко в нашем офисе. И так, кондиционер. Ни хрена себе кондиционер за 90 тысяч баксов. Вы что, издеваетесь? Ну, придется отдать. Так, работу давайте попробуем сделаем. Во, давайте. Навалились, быстренько сделали. Очки исследования, давайте. Очки исследования нужны. Ни хрена себе, тут надо наклепать. Создать революционный искусственный интеллект для робота-пылесоса. Круто. А я думаю, можно успеть-то за 9 недель. Давай, напряжемся, ребят. Заодно должны исследований накидать немерено. Так, неплохо. Pro Revolution Soccer тоже продался. Исследования они не крафтят почему-то. Получается, только деньги зарабатываю. Ну ладно, тоже хорошо. Что все перестали работать-то резко? Все в голове зачесалось, я понял. И, кстати, после того, как почешут в голове, сразу начинают усиленно плодить. Могу не успеть. Вот это точно успею. Усиленные исследования начинают плодить сразу. Ну хотя бы с ракет давайте наберем сейчас. Чтобы хоть еще одно исследование впендюрить движок. Ну, еще одно исследование. Так, ну ладно, придется тогда последнюю делать. Скорее всего, я ее не успею сделать. Но зато исследование, надеюсь, сделаю. О, есть исследование, хорошо. Я даже работу успел сделать, прикиньте, я шустрый. Так, хорошо, давай, исследование. Что у нас еще есть? Развитие персонажа, либо стереозвук. Вот тут вопрос, что лучше? Развитие персонажа или стереозвук выбрать?
Ну, давайте сделаем стереозвук. Как-нибудь мы можем еще добыть себе очки исследований. Создать игру, движок, работу. Работы нет. Никак. Блин, а сейчас пока движок будешь делать, сделаешь кучу исследований. И потом не сможешь применить. Ну ладно, давайте, да, делаем движок. 2D графика, версия 2.0 там не нужна. А вот 3D графика нужна. Дорогой движок получится. Линейный сюжет, простые кат-сцены. Мультиплеер обязательно добавим. Улучшенный искусственный интеллект. Стереозвук. 440 тысяч будет стоить. Надо твоих работников не валу порекомендовать. Они хоть баги исправляют. Движок за 440 тысяч. Назовем его... Не, это не Quake, это Doom. Doom Engine. Ой, Engine. Ну, простейшая 3D-графика. Давайте, крафтим. О, ребята клепают. Хорош чесать в башке. Давай, работай. Довольно-таки быстро, кстати, они его делают. Сейчас мы на этом движке что-нибудь крутое забубеним. Так, небольшой стенд, средний стенд. Не-не-не, конечно, небольшой стенд. Через 4 недели. Сейчас как раз надо взять какую-нибудь игру в производство. Doom Engine готов. Хорошо. Ну и теперь давайте издателя искать. Танцы, стратегия. Танцы не исследовано. Танцы на геймлинг. Странный выбор. А, так. Наверное, нет. Во, на PlayStation на 8 очков. Приключения, любая тематика. Вот это, кстати, может быть круто. И шпионский любой жанр. Что возьмем? Шпионский любой жанр, либо приключения, любая тематика. Можно было бы взять обе и сделать шпионские приключения, кстати. Очень неплохо, мне кажется, зашло бы, но, к сожалению, оба контракта сразу я не могу взять. Вот здесь авторский гонорар 13%, блин, но штраф больше. Но семерку-то я, наверное, все-таки сделаю. Приключения. Создать новую игру. Что у нас есть? Приключения... Приключения с тайной, говорят. Хорошо зайдет. Шпионов лучше. Не рискуй, восьмерку не вытянем. Хорошо, давайте. Ну, мне кажется, вытянем. Мне кажется, вытянем. Я новый движок сделал. Я нанял новых рабочих. Я думаю, вытянем восьмерку. Давайте, я рискну. Я рискну на восьмерку. Я рискну на восьмерку. В конце концов, играем же в игру, а не проигрываем тут миллионы долларов. Принять контракт. Приключения с тайной. Хорошо, 0+, Play System. Как можно совместить танцы со стратегией, тут спрашивают. Вот ты, конечно, сказал. Я не знаю. Так, тайна приключения. Что же это может быть? Приключение и тайна одновременно. Это что-то типа... Что-то типа... Да даже не знаю, Шерлок Холмс. Шерлок Холмс.
новичка. Ну что, ребят, мне кажется, самое время нам с вами немножко приостановиться. Мы сделали с вами эпичный проект, который нам уже 3 миллиона баксов принес. И это очень даже хорошо. Команда разработчиков очень неплоха, мы обновили свой офис. А чуть-чуть сейчас притремся и будем клепать шедевры еще лучше, чем раньше. Вот, как-то так. С вами был Виктор. Это была игра Game Dev Tycoon. На канале Витёк Плей. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал.